Здравствуйте! Вы смотрите «Еврейский пульс» на Смэги ТВ. С вами Анастасия Чернышова. Выглядеть в 45, так как Гвинет Пелтроу – мечта многих женщин. Всегда изящная и элегантная. Она привлекает к себе восторженные взгляды и успешно снимается в кино. Этот выпуск о популярной актрисе Голливуда. Она родилась в Лос-Анджелесе 27 сентября в творческой семье режиссера Брюса Пелтроу и популярной актрисы Блайт Даннер. Выросла Гвинет в калифорнийском городке Санта-Моника. Когда ей исполнилось 11, семья перебралась в Нью-Йорк. Там девочка часто посещала представления с участием матери. Первым выходом на профессиональную театральную сцену для юной Гвинет стал спектакль «Приключения Гекльберри Финна» по знаменитому классическому роману Марка Твена. Пелтроу училась в частной школе для девочек в Нью-Йорке, изучала историю искусств. Спустя некоторое время она бросила учебу и посвятила себя актерскому ремеслу. Эпизодическая роль Ребекки в фильме 91 года «Крик» стала первым появлением Гвинет на экранах. В том же году она снялась в необычном сиквеле сказки «Питер Пен» в фильме «Капитан Крюк». О выросших героях этой истории актрисе досталась роль подросшей Венди. После ряда малоизвестных ролей первый большой персонаж достался актрисе в 96-м. В экранизации знаменитого романа Джейн Остин «Эмма» Гвинет Пелтроу сыграла главную роль. За игру в этом фильме она удостоилась премии за лучшее исполнение женской роли в кинокомедии. Профессиональное признание актрисе принес фильм «Влюбленный Шекспир». За главную женскую роль в этом фильме Пелтроу получила премию «Оскар» и «Золотой глобус». Насмешница судьба. Ты замужем уже? Если ты жена, пусть мне могила будет брачным ложе. Ты так уйдешь, мой друг. Мой муж, мой клад, давай мне всякий час все это время знать о себе. В минуте столько дней, что верно я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свяжусь снова. Прощай. Увидимся ли когда-нибудь мы снова? Но особенно популярной актрису сделала внезапная смена амплуа. Она сыграла бизнес-вумен в комикс-блокбастере «Железный человек», основанном на сюжете о супергерое издательства Marvel. Сложности в съемках фильма вызвала разница в росте Пелтроу и Роберта Дауни-младшего, сыгравшего главную роль миллиардера Тони Старка. Чтобы соблюсти соотношение роста оригинального комикса, где Старк выше своей помощницы, режиссеры шли на ухищрение. В общих сценах Роберта ставили на помост и выдавали обувь на скрытой платформе, использовали обманы зрения и визуальные эффекты. Свои вокальные данные Пелтроу продемонстрировала в фильме «Я ухожу, не плачь», исполнив ряд песен для саундтрека. В сентябре 2016 года Гвинет Пелтроу представила свою первую коллекцию одежды в рамках бренда Goop и заявила о намерении каждый месяц обновлять линейку. Актриса по сей день не забывает о своих предках. От своего отца Пелтроу передает еврейское наследие своим детям. По ее словам, она отмечает и христианские, и еврейские праздники, и даже учит детей песням, которые поют на Хануку. Это была программа «Еврейский пульс» и я, ее ведущая, Анастасия Чернышова. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам еще много интересного. До скорого!